Андрей, Людмила Александровна, добрый день. Сегодня 25 ноября 2022 года. Небольшой видеоотчет с нашего производства. Под навесами сейчас лежит весь пиломатериал, который потребуется на ваш сруб. Это обвязочный брус 150 на 200, стропила 50 на 200, обрешетка 25 на 100, второй сорт, контрабрешетка, доска на обсаду. Вот она сверху лежит. А в этом цеху мы изготавливаем домокомплект. На сегодняшний день уже 3 пакета готово, упаковано и вывезено на улицу. Сейчас в цеху находится 4-й пакет, изготовление которого мы также уже завершили. Я его открыл, чтобы показать вам, как выглядит пакет, что у него находится внутри. Это вот профилированный брус, заготовки с компенсационными пропилами, которые мы брали в том числе и на ваш сруб. Далее мы его прогоняли через четырехсторонний станок, на котором брусу придается профиль. Вот он профиль, так выглядит. Здесь детали отбираем, смотрим, как они выглядят. И после этого уже на чашкорезном станке нарезаем чашки. Вот он идет, 4-й пакет. Все детали ребята подписали. Это именно ваш домокомплект. Сейчас подойду ближе, покажу, как выглядит боковая сторона бруса. Вот это так выглядит брус сбоку. Есть у меня с собой влагометр, чтобы показать вам влажность бруса. Показываю в середине, чтобы не портить брус. 17% примерно. Трещин на лицевой стороне практически нету, благодаря тому, что вот есть компенсационные пропилы, благодаря которым напряжение в дереве уменьшается. Так, в этом брусе смотрим, здесь поменьше, 12%. Так, сейчас покажу. Пойду. Так выглядят торцы бруса. Обязательно за свой счет мы кладем запасные детали. Мало ли, если не там нарезана чашка, чтобы можно было настройки это исправить. Это вот закладные полубревна, которые используются под первый венец. Вот они. Это тоже запасное бревно. Так выглядят торцы деталей. Сейчас сниму сбоку. По деревянной части у нас все готово. Дальше ждем металлочерепицу, ждем бригаду и будем отправляться к вам на сборку. По планам до 10 декабря уже приехать с домокомплектом и начать работы, чтобы к Новому году все закончить. Спасибо за просмотр видео. До свидания.